Новую версию конца света представила группа американских исследователей. Ученые предрекли гибель Земли от столкновения с загадочной планетой-призраком. Сейчас она начала пересекать пояс Койпера и движется к нашей планете. Впрочем, у этой теории тут же появилось немало скептиков. Тем временем НАСА опубликовала кадры загадочных пятен на Солнце. Ролик ученые опубликовали в интернете. Несмотря на то, что на видео даже самое крупное пятно кажется небольшим, на самом деле по размеру оно больше Земли. Объяснение этому явлению специалисты пока не нашли. Пока не исключается версия, что пятно образовалось из-за вспышки.